31 мая в Саровском драматическом театре состоится театральный урок мужества «Ласточки Победы». Начало в 6 часов вечера. 1 июня в театральном кафе пройдет театральный квартирник. Начало также в 18:00 для лиц старше 12 лет. А 2 июня на сцене Саровского драматического можно будет увидеть юбилейный спектакль «Берегите головы». Начало в 18:00 для лиц старше 16 лет. Для маленьких зрителей в 11 и 16:00 откроют свои двери 1 и 2 июня театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Поросенок Чок». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 3 лет. Городской музей приглашает 1 июня на праздничную программу ко Дню защиты детей дорогами добра. Гостей праздника ждет экскурсия родным и любимым. Творческая мастерская «Узелок к узелку». В художественной галерее в выходные пройдут экскурсии, мастер-классы, выставки. Приглашаются все желающие. Парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает всех горожан покататься на аттракционах, а также 1 июня там пройдет интерактивная музыкальная программа ко Дню защиты детей «Счастливый мир глазами детей». Концерт под открытым небом, игры «Фримаркет». Детский круговорот игр, книг, игрушек, выставка «Города мастеров». Начало в 15:00. А в 18:00 на танцевальной площадке пройдет музыкальная суббота, программа «Ретро-танцплощадка. Музыка для тех, кому за». В 19:00 на сцене на воде пройдет открытие летнего музыкального сезона «Лето в городе, лето в парках». Детский парк на улице Сосина в 11:00 приглашает на открытие выставки «Под открытым небом. Году семьи». Выставка посвящена теме семьи и детства и собрана из произведений выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 веков, чьи картины хранятся в крупнейших музейных коллекциях.